Наказание за семейно-бытовое насилие должно быть ужесточено, считают мажилисмены Айдос Сарым. Однако только увеличение сроков ареста или лишение свободы проблему не решат, уверен депутат. Необходимо в целом менять отношение общества к этой проблеме. У нас же очень странная культура, да? У нас есть культура уята, да? Но нет культуры вины. Это очень глобальный вопрос на самом деле. То есть, если, грубо говоря, тебя за руку не поймали, это доблесть. С другой стороны, мы видим, что общество становится нетерпимым к насилию. Неважно, как оно проявляется. Насилие полицейского, либо семейно-бытовое насилие, другие какие-то факторы. Самое главное, что общество проснулось, оно не хочет с этим мириться.